Наконец, центральная игра итальянского тура. Ювентус-Милан. Ювентус-Милан. Составы команд: Буффон, Киллини, Бонуччи, Барцали, Лихштайнер, Видаль, Пирло, Красич, Маркизио, Пепе и Вучинич. Состав Милана: Абьяти, Бонера, Неста, Силва, Дзамбротта, Буатен, Квамбомил, Ночерино, Зеедорф, Ибраимович, Кассано. Вот такой состав у Милана. Естественно, шикарный вид стадиона, нового стадиона Ювентуса. Ювентус Стадиум. Ну и первая по-настоящему большая игра для нового Юве. Антонио Конте очень активно готовился к этой встрече, наставник Ювентуса. Для него эта игра была крайне важна. Мы смотрим, как начинает Ювентус. Штрафной Андреа Пирло. Объятие выручает. Здесь уже Вучинич неплохо разворачивается, бьет. Опять-таки объятие на месте. Но вот видим, что по моменту Ювентус превосходит Милан на первых минутах. Ну и, в принципе, в дальнейшем Ювентус будет иметь преимущество. Удар Вучинича. Мяч попадает в перекладину. Попади, конечно, в створ, был бы просто красавец гол. Вучинич без размаха пробил. И пробил, как говорится, что надо. Это первая желтая карточка Буатенга за игру локтем против Лихштайнера. Но это уже великолепная игра Клаудио Маркизио. И удар, который наносит Маркизио. Хотя в этой ситуации, как мне кажется, Маркизио немножко поторопился. Вот здесь, конечно, можно было пробить чуточку посильнее. Вучинич очень хорош был в этом матче в подыгрыше. Очень часто отходил назад Мирко. Но и старался бить с дальних дистанций, видимо, понимая, что объятие может ошибиться. Ну и Вучинич правильно думал. Объятие, в конце концов, совершит грубую ошибку. Ну а пока Пирло атакует. Здесь момент у Бонуччи. Момент просто шикарный, но объятие снова оказался в нужное время в нужном месте. Ну а вот одна из самых ярких атак Милана в этом матче. Кевин Принс Буатенг бьет дальний угол. Ну и браво Буффон. Видим мы настоящего Буффона в этом моменте, как он сумел удар отразить. Непростой. Еще один удар за дистанцию. Уже бьет Артура Видаля. Он бил довольно много в матче, но все было не слишком точно. Пирло снова атаками Ювентуса дирижирует. Вучинич, Видаль. И здесь уже Видалю не хватает совсем чуть-чуть. Это, наверное, самый опасный удар был Артура Видаля в этом матче. Еще один момент. И снова Мирко Вучинич бьет с дальней дистанции. Ну, наверное, вы понимаете по обзору, что Ювентус имел преимущество. Ювентус заслуженно эту встречу, в конце концов, выиграет. Вот здесь Маркизио, конечно, повезло Клаудио. Но, повторюсь, Маркизио именно сам этот гол заслужил, пойдя до конца и сделав все, чтобы Бонера попал именно ему по ноге. И от его ноги мяч отскочил уже непосредственно в ворота. 1-0. Ювентус повел счет на 86-й минуте матча. Тут же было удаление у Милана. Кевин Принс Буатенг снова почему-то играет руками в футбол. Это не принято в этом виде спорта. Поэтому Буатенг получает второе предупреждение. Ну а это удар Маркизио с дальней дистанции. И просто дикая ошибка Кристиана Абьяти, который упускает мяч между ног и между рук, скажем так. И мяч отправляется уже в сетку ворот. 2-0. Ювентус встречу выигрывает. Дубль Клаудио Маркизио. Ювентус вместе с Удинезе продолжает чемпионат Италии лидировать. Вот такой получился шестой тур чемпионата Италии по футболу. На НТВ Плюс для вас его...